Всем доброго времени суток. Не вынесла душа поэта. Решил еще так пробежаться по ручейку. Ну, чисто разведка на рыбу. Как-то очень надежды нету, потому что все же рано. Ну, водичка вроде спадает, вроде просветлела. Сейчас дальше что пройду, там посмотрю. Может, там можно будет что-то попробовать половить. Ну, не знаю. Ну, рыба же не главное. Зато вы там сидите, а я на рыбалку иду. Вот так. Да, как-то напряг еще с рыбой. Ну ладно, что. Хоть в речку покидать. Сейчас дальше пойду там на муточки. Оторвал. Странно даже как-то. Крючок разгибается. А ловлю я сегодня, пытаюсь, на прошлогоднего опарыша, который у меня пролежал в холодильнике на нижней полке в пакете. Наверное, с ноября месяца. Не знаю, что там есть, но вот я парочку вроде как нашел. Может, там еще где-нибудь парочка завалялась. И вот такое ощущение, что он даже вроде как начинает шевелиться, когда немножко оттаивает. Не знаю, сейчас в банку перетрясу и все. Вот такие вот еще опарыши. Вон, видите, оживать начинает. С ноября месяца в холодильнике. Вот так-то. Даже, наверное, не с ноября, а, наверное, с октября. Ну, даже пытается шевелиться еще. Вот вам эксперты по выживанию. Такое ощущение, что здесь что-то клюнул кто-то. Не, травка, наверное, веточки какие-то задевают. Чуть ниже начинаешь опускать, ближе к дну, и все. А поверху проносит сразу. Сейчас пойду там еще попробую. О, блин. Нет, отцепился. Опять опарышей стянули. Подлые ветки клюют, блин. Так, ладно, дальше пойду. Что, пробую рыбку ловить? Что-то не хочет. На прошлогоднего опарыша никто клевать. А муж поздно пришел уже. Время уже 7:00. Сегодня пока проволындался. Так, ладно, закинем пока. Так, пока суть до дела. Есть у меня такая баночка. И в эту баночку мы сейчас будем пересыпать прошлогоднего опарыша. Как я уже сказал, с ноября месяца, может, с октября.
лежит в холодильнике на нижней полке. Вот такой вот опарыш. И видите, он даже еще пытается жить. Вот сейчас его в баночку. И может быть на рыбалку еще хватит. Посмотрим. Да, есть. Вот такой. Видите, в принципе, при желании можно нормально ловить на него. На рыбалку точно на одну другую хватит. Обычно так и делаю. 5-6 пачек возьму. Ну, в смысле, вот таких. И в холодильник. И по мере необходимости вот здесь вот. Вот какой-то. Вот здесь вот. Ну, учитывая, которые сдохли, вот так вот осталось. В принципе, на рыбалку бы хватит. Можно половить, но чего-то не хочет он ловиться. Но я взял еще с собой там мотыля от Беркли, червячков. Попробуем. Водичка вроде просветлила, вроде уже сегодня даже ночью плюсовая была, там то ли 2, то ли 3 градуса. Обычно в это время уже окунек такой начинает помаленьку оживать, а тут что-то даже ни окунька, ни уклейки, никого. Ну, тем не менее, на рыбалке, а не сижу в телевизор, пялюсь. Ладно, попробуем дальше сейчас еще пробежаться. Ну, как обычно, вот в начале сезона 3-4, там, а то и 5-6 рыбалок вообще пустые. Потому что сам понимаешь, что рано еще, рано, не отпрешься. Но душа-то горит, надо же. Вода появилась всю зиму, сидел там, коробушки свои перебирал. Вот здесь вот так кушарики обычно начинают клевать. Плотвичка начинает клевать, а тут сейчас что-то не знаю. Ну, посмотрим. Может, кто и вылезет откуда-нибудь. Нет, течение еще сильное. Попалась мне какая-то крутая мормышка. Уже сколько раз цеплялся. Крючок разгибается. Уже сколько раз цеплялся. Поставлю 2. Еще не оторвал. Супер сезон. Вторая рыбалка на мормышек. Ни одной оторванной мормышки. Здесь обычно одни зацепы. Ну, вода еще какая.
не фигня, это не рыбалка. Баловство одно. Нет еще рыбы. Нет еще рыба. Одна фигня какая-то клюет. Ветки прожорливые такие. А пара штука жрут успевает. Так, а ну-ка, может, одного попробовать поставить. В верхних слоях сразу выдавливает мормышку. Чуть ниже опустил, все зацеп. Шо ж ты, блин? Опять не оторвал. Ой, ладно, пойду еще там раз несколько заброшу. Что-то неправильно я на рыбалку хожу. Надо рюкзачок взять, чаек. Может, удочку танага. Один хрен рыб не клюет. Прийти, сесть на бережку тут. Бутербродиков покушивать. Это мотыля сейчас один от Беркли. И червячка. Не, мотыля сейчас сначала. Мне там чудилка один какой-то написал. Я первое это видео когда выложил. Блин, да тебя рыба как с меня космонавт. Ё-моё. Сколько ж у нас всяких гоблинов в стране. Реальных таких. Они думают, что они тролли. Да нифига, гоблины. Так, ну что, пробуем мотыля от Беркли. Сейчас щук клюнет. Клюнул. Ну, здесь, наверное, все без вариантов. Наверное, все же оторву мормышку. Фиг там, не оторвал. Мормышка заговоренная какая-то. Наверное, рыба на нее также цепляться будет. Ладно, еще закину. Пару разочков. Ну и только дашь мормышке утонуть. Сразу бац, зацеп. Все равно была бы какая рыбка, говорю, уже бы как-то проявилась бы. Вообще тишина. Даже не стука. Обычно там хоть какой-никакой пескаришка там или окунишка пиписечная долбанет. Вообще тихо. Не, без толку, не знаю. Стоит пока ходить, не стоит, или тепла дождаться. Не знаю, может,
хотел там накоситься, намотать леску от Беркли, посмотреть, что за зверь. А может, с микрухой съезжу туда, где на щуку ходил. Там окунек все равно должен какой-то уже очухиваться. Что за фигня-то? Надо же как-то открываться. Тут баловство какое-то, не рыбалки. Прям как-то совестно перед народом. Одно радует. Не один я такой. У меня хоть какая-никакая возможность есть на часик-другой на речку выйти. Народ-то вообще, блин, сидит синим сейчас. Что, попробуем червячка нацепить. Сейчас одену в стиле веки. Вдруг кто сподобится. Иногда выручает такая фигня. Типа вот так. Может, какой-нибудь щук позарится. Даже если окунёк какой-нибудь был бы, все равно бы уже как-то чего-нибудь пытался бы клюнуть. Вообще тишина. Значит, нету еще рыбы в речке. Где-то она вся шастает еще в непонятных местах. Клюют всегда и везде. Ладно, раза три закину сейчас еще, да. Домой пойду. Баловство это не рыбалка. Даже прошлогодний опарыш не сработал. Сейчас его еще попробую, раз несколько закину. Прям так на дно закину, как удочку. Может, какой-нибудь пескарик на дне где-нибудь зацепится. А это в баночку уберем еще, пригодится. В хозяйстве. Летом еще. Наконец-то оторвал мормышку. Ну все, ладно. Теперь можно с чистой совестью домой идти. Не вышло опять ничего чего-то с рыбалкой. Ну это как обычно. Но зато первую мормышку оторвал. Уже проще. Может, поздно пришел, может, надо как-нибудь пока светлее, теплее. Может, в обед надо сейчас ходить. Кто что-то пошел тоже в 7 часов. Ну ладно. Не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Может, в следующий раз повезет. Всем пока.